Всем привет! Сегодня опять у нас Китайка. Сегодня мы опять будем с вами бомбить Китай. Как вы видели, я уже прокачал шестую таблеточку. И сегодня у нас опять топ, ребята, контент, топовые акции. Ну, реально очень крутой сервер, крутой аккаунт у нас получился. Так, ну смотрите. Сегодня акция на трату. Она идет 4 дня. 4. Не один, как у нас, а 4. То есть здесь можно за 160к собрать 100 осколков Некроса. У нас тоже такие акции были. Но тут еще куча ништяков. Куча рун. Так, дальше. Следующая акция. Купи пак от 3000. Ну, это получается там четверть пака большого. Первый день ты получаешь вот такие вот награды, а во второй 4 сета 3 левела корки. Это реально очень дешево и круто. Бог войны, кулаки, питомцы, камни на аугментацию. Реально круто. Но самое интересное, ребята, вот здесь. За полпака большого вы получаете 100 осколков. Тьфу ты, аж выговорить сложно. 100 осколков Некроса. Половину скина, сразу камни на прокачку. То есть вы можете купить это два раза. По сути, это за один большой пак вы получаете Некроса, получаете скин и получаете на двоих героев руны. Что я могу вам сказать? Также вы здесь получаете скины, но у нас тоже, в принципе, скины стали дешевле на этих героев. Можете собрать медузу, еще к ним дохренище дают, вообще дешево, плюс камни. Ну, это реально очень дешево. Скин на Арасика, скин на Черепа, которого мы так ждали. Вообще дешево получается. Ну, блин, круто. Забираем все, смотрим. Скин, камни, карточка, куча камней, куча книг, слизняки на прокачку, еще 3 скина. Окей. Понятно. Все с вами понятно. У нас, ребята, как обычно, забитый склад. Сейчас мы немножко его увеличим. Вот затрату сразу забрали. Так. Ну, что я могу вам сказать? Сами все видите еще. 5 скинул. Так, что тут у нас? О, ребята, ну привет. У нас перелимит по камням. На китайке у нас уже на молодом аккаунте перелимит 985. Ну что, давайте немножко Некроса прокачаем, что ли. Зайдем в судьбу, немножко подымем. Думаю, будем скоро мы героев все-таки прокачивать. Так, 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 так. Судьба. Он, по-моему, в пустыне. Так, ну что, поехали. На пятую его переведем. Так, убрали мы камни. Давайте, ну, давайте посмотрим, что у нас. 6500. На шестую можем сделать. Седьмая. Дальше у нас золота не хватает пока. Камни со свитком мы попозже заберем. Так, герой. Ну, он уже такой ничего, у нас жирненький стал. Так, забираем эти камни, чтобы они не пропали. Смотрим наш алтарь, что у нас добавилось, еще изменилось. Открываем ништяки, идем дальше по акциям. Обязательно, ребята, ставьте лайк. Так, использовать. Сейчас мы с вами скины пооткрываем все. Ну, как-то так. Ничего так. Мне нравится этот сервер. Реально все очень доступно. Так. Смотрим. Афина есть осколками. Ворожей осколками собран. Некрос второй. Пишите в комментах,
будем ли мы его открывать или просто ставим пока. Я пока их не качаю. РТ-шка, Медуза. Так, ну что, поехали активировать облики. Тут активирован Некрос. Плюс 50 тысяч силы. Крит. Так, еще даже один остался. То ли они просчитались, то ли это специально так сделано. Медуза. Тессы у нас нету. Рино у нас активирован. Стрелок активирован. Ронин активирован. Есть, есть. Малышник нету пока. Ведьма у нас есть. Вольта тоже нету. Одержимый. Валька активирована. Арктика, которая у нас, кстати, до сих пор пока нету, но у нас есть осколки на нее. Еще не полностью собрали. Так, капитан Дрейк получает свой скин. Череп получает скин. Дед Мороз нету. Влад Дракула можно собрать, сейчас подумаем. Ресик, это очень хорошо, тоже со скином. Дракон, на Купидона нету, тоже нужен скин. Тыква есть, душика нету. Вот все, как видите, мы уже практически собрали все скины. Ну, круто. Так, смотрим, что там у нас сегодня по акциям. Это что за акция? Так, вот у нас акция, есть рулеточка. Что тут у нас дают по сравнению с нашим? Дают кулаки, дают руны. Ну, так себе, вольта дают, осколки. Но, смотрим сюда. Дополнительно есть, вот можно собрать скин на Влада. Ну, я как бы не особо парюсь, герой не очень нужный мне. Смотрите, тут сколько скинов дают за это все. Так, стиралка. Монетки. Ронина дают, но у нас не хватает столько осколков. И нету смысла его собирать. Можно Вольта собрать, 100 осколков. Анубиса можно собрать. Так. Коробка 5 уровня. Стрелок. Медуза дорого. Так, 100 осколков Некроса еще можно собрать. Ну, как по мне, очень достойно. Так, забираем отсюда коробочку. На вторую у нас, к сожалению, не хватит. Осталось 8000. Что, давайте паролем немножко посмотрим. Вдруг что-то годное. Хм. Руны упали. Интересно, сколько? Еще 10? Что-то я не понял. Что-то не увидел, что там упало. Так, кулачки. Значки почета вроде. Еще раз. Так, это КГшки, если я не ошибаюсь. Но вот смотрите, тут падает намного больше. И каждая за каждую 1000 дают приз. Еще 10 чего-то упало. Ну, смотрим, что мы там достали. А, это руна. А, 10 осколков. Достойно. 10 осколков вольта, 10 осколков. У нас, по-моему, дают по 5. Тут по 10 за 1000. То есть уже разницу видите, да? Коробочка есть, хорошо. Так, смотрим дальше, что тут у нас есть интересное. Это акция на покупку. Да, завтра у нас будет еще один бог войны. И уже корочный сет. Вот я психощитов на этом сервере не вижу. Это, по-моему, на выпивание чего-то или на чары. Не знаю, на созвездие, возможно, акции. Но призы там не очень. Так. Вот еще одна новая акция. Не знаю, как она называется. Какая-то, не знаю, типа скала. Это мы так, походу, будем проходить уровни, типа до верхнего. У нас есть 24 попытки. Так, 300... чего-то. Так, мы можем по этажам скакать, насколько я понял. Так. А, типа удачный, неудачный шанс, чтобы подняться наверх, получается. Так, мы опять упали. Ну, будем одну линию открывать ради интереса. Опять поднялись и опять поднялись. Так, а тут у нас осколки Некроса, я так понял, и Рудольф. 10 штук дают. Ну,
Интересно. Посмотрим сейчас, какие у нас призы. Ну, Рудольф, это хорошо. Так, 13 попыток. Опять упали. Ну, что-то мы выбили какого-то, походу, героя. Сейчас посмотрим. Еще 280 чего-то дали. Так, опять что-то получили интересное. И есть, забрались. Дадут. А, уже повторно не дают. Значит, надо забирать вот это. Так, есть. Ну, а дальше что? А, все обновилось сначала. Ну, давайте попробуем. Так, есть. Что будет, если я буду бить в один камень? А, не дает. Вот так вот, не дает нам. То есть, я так понял, можно открыть все 6 и типа не пробраться наверх. Надо будет следующие открывать. Так, опять. Опять 10 осколков, походу, дали. Так, поднялись. Интересная, интересная, конечно, акция. У нас такого нету. Так, ну и все, походу. И она идет до 6 числа. Ну, смотрим, что там у нас по призам получилось. Вроде все по акциям. Так, ну как-то так. Рудольфа это еще хорошо. А, ну вот сколько рун надавали еще. Ну, прикольненько. Мне это нравится. Руны это хорошо. Так, ну смотрим, что тут у нас. Это можно продать. Это тоже можно продать, нам кагашки нужны. Сердцеедка у нас тоже есть. Призрачный всадник. Одержимый у нас со скином. И ворожай у нас со скином. Так, есть по книгам 180 книг. Слизнячки опять есть. Смена имени. Думаю, что-то придумаем с ней. Сделаем так, руны. Коробочка. Ну, все, дальше уже по стандарту все, что у нас было. Сейчас посмотрим еще, что там ниже по расходникам. Уже 19 коробок накопили. Но пока мы будем делать аугментацию, потом будем переводить, потому что нету смысла тратить на одного там или на двух, на трех героев. Надо штук 10 иметь, чтобы расставить все. Так, это руны с архидемона. Карты редкие, тоже их потом откроем. Так, еще один сет у нас есть. Давайте его сразу откроем. Так, что тут у нас Фрея? Немножко ее подкачиваю. Доберемся ей, поставим ложный выпад. Так, 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 так. Или грубую силу поставим. Так. А у нас... Вот кто сомневался... Многие там не верили, что фармим третью лаву. Пишите комменты. И, ребята, обязательно лайки. Вот сундучки с третьей лавы. У нас уже, кстати, ни много ни мало 40 тысяч силы. Я ее, в принципе, не разгоняю. Она так по чуть-чуть растет. Так, хорошо. Так, по рунам. Ну, в принципе, вроде все. Так... Ну, 3-400 раз в 2 дня получается. От 3000. Ну, уже 50 тысяч какашек накопили. Так, ну что, поехали, откроем вторые талантики. Так, ворожей, тыковка, Афина. Тут можно сделать. Сделаем. Так, купидончик. Одержимый открыт, хранитель, капитан Дрейк, замедление, так, друид, душек, черепок, так, 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 аресик, вот теперь можно ему ремочку ставить. Так, Дед Мороз нету, нету, нету. Так, у нас там, походу, они еще даже не открыты. Так, тыковка вторая. Так,
Медуза со вторым. Вот как раз 4-5 ремка. Так. Так, еще один череп. Ну, вроде все. Ну что, давайте откроем коробочку. Может, что-то интересное оттуда упадет. Давайте смены паролем. Так, оживо. Оживо, оживо. Ну, сейчас можно некросу, кстати, впихнуть. Пусть там... Что у нас там еще такое интересное есть? Медузи поставить. Так, бог войны, ожог, стойкость, бег. Ну что, открываем. Ремочка. Огненная защита. Так, это интересно. Огненная защита. Кому бы я огненку влепил? Ну, стрелку тоже неплохо, но каменку хочется туда уже поставить. Так, капитан Дрейк. Капитан Дрейк с огненной, в принципе, почему бы и нет. У меня на основе есть. Пусть будет или нет. Так, что у нас тут такое интересное? Череп нету смысла. Стрелок каменку хочу. Тут не надо. Так, 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 Афинка наша. Тут уже есть огненная. Стойкость. Стойкость. Валька. Валька огненная. Ну, в принципе, ремочка надо тоже. Тут не надо, не надо. Некрос с огненкой. Потом открыть второго еще. В принципе, можно. Почему нет? Хотя лучше поставить их в разброс. Давайте откроем второго некроса. Что нам? Пусть себе будет. По-любому надо будет два. Так, есть. У нас, ребята, второй некрос в алтаре. Вот так вот. За короткий промежуток времени. Ну, не в алтаре еще. Сейчас мы его открываем. Использовать, окей. Так. Вот он у нас с ракушкой даже выпал. И опять ракушка. Так, заменить. Ну, давайте рольнем немножко. Так, разбросик, ремочка, 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 ремочка. Это жесть, что это было? Это просто жесть. Это троллинг, типа, еще ремка. Так, что-то плохо падает. Что-то вообще печально. Так, давайте хотя бы так поставим. Так, ну давай что-то нормальное уже. Опять огненная защита. Не надо она нам. Ну давай пятерку. Ужас. Видите, какой тут скупой рандом сегодня. Не хотят они, не хотят, чтобы мы прокачали в топ. Да блин, вы что, издеваетесь? Короче, стрелок топ для роллинга, походу. На любом сервере. Так, где там наш стрелок? Я, блядь, я ж вам говорил. Это просто, ребята, топ-контент. Ремка. Пятая ремка. Ну, я ничего не могу сказать. Это просто жесть. Ну что? У нас был выбор. Мы хотели Аресику ставить. У нас еще Валька. Ну, Валька пока нам не особо нужна. Еще на ремку кто у нас есть? Хранитель ремочный есть, у дерева ремка есть, у Купидона ремка есть. Так. Ну, по сути, по сути-то и все.
Валька осталась. Ребята, это лайк. Однозначно лайк. Ну все, Расику ставим вторым талантиком. Ом. Ну, что я могу вам сказать? Вот так вот развивается у нас на Китайке аккаунт. Да. Супер. Просто супер. В принципе, думаю, на сегодня все. Пишите комменты. Ставьте лайки обязательно. Чем больше лайков, ребята, тем больше у нас трэш-контента, больше аудитории у меня. Ну, соответственно, больше у нас развлечений будет на стримах. Все, подписывайтесь на канал, делайте репосты всем по, блин, таким вот акциям бесплатным, хотелось бы. Но такого не бывает у нас, к сожалению. Бывает, но очень редко. Но хотелось бы, чтобы падало у нас на русском точно так же, как и здесь падает. Это просто жесть, ребята. Все, всем пока.